конечно, мы сейчас не будем говорить о духовной пище, да, о книгах, о выставках всевозможных, и путешествиях, и его эмоциональном состоянии. Мы только будем говорить о физическом, да? Вот чем должен актер питаться? Вообще, я смотрел один раз репортаж повара сборной России по футболу. И вот он говорит, у нас с питанием очень все по-научному. Мы не даем помидоров актерам, футболистам, потому что они, простите, пукают во время игры газообразованием. Вот. Кто-то говорил, что, по-моему, даже известный актер какой-то, говорил, что нельзя наедаться сильно перед выступлением, а то получается вместо связной речи начинаются уже какие-то такие урывки и, простите, рыгания. Питание, не знаю, я не сторонник того, кто отказывается от мяса. Я против вегетарианства, потому что, когда смотрел, что эволюция человека пошла не от того момента, когда была найдена мотыга или там палка-копалка, а с того момента, когда человек начал принимать пищу мяса. Мне кажется, на генетическом уровне какой-то ДНК нам поступает с мясом. И вообще, мне кажется, актеру, играя энергетические моменты, необходимо мясо, чтобы как-то иногда даже проявить агрессию, может быть, на сцене. Это необходимо. Чем еще питаться? Питайтесь. Главное, чтобы это не было противоречиво с вашим каким-то пищеварением. Да, надо знать свое пищеварение, надо изучить его. Потому что, допустим, у нас многие актеры в ГИТИСе страдали гастритом, да, вот вспомнил. Гастритом страдали. Потому что питаться получается не всегда, репетиции по 4 часа без перерыва. Иногда сразу идут следующие репетиции и прочее, прочее. Поэтому здоровье актера в пищеварительном плане, оно так страдает, мягко говоря. Поэтому занимайтесь спортом. И я как тому личный пример. И питание. Ну, как-то надо составить вам рацион и придерживаться его, потому что вот это быстро-быстро, хватит-хватит, не знаю. Тоже, с другой стороны, брать бульончики в термосы на репетиции, тоже как-то не того. Потом, опять-таки, кто снимается, известен такой термин, как это, кинокорм, да. Типа питаются люди этими пластиковыми сосудиками, супчики. И говорят, с него очень сильно поправляешься. Ну, не знаю, а так как актер еще на кадре, на камере выглядит на 5 килограммов толще, или даже на 10, поэтому надо опять вдвойне следить за своим питанием. Но, с другой стороны, баланс держать, чтобы не растолстеть и не упасть в обморок, и чтобы были силы играть.